Каспийске впервые состоялся открытый женский турнир по большому теннису «Каспийская ракета W250». Первое мероприятие такого формата в Дагестане, которое прошло в одиночном разряде среди любителей. Турнир собрал женщин в двух возрастных категориях – 20+ и 35+. Соревнования привлекли внимание теннисисток из разных регионов страны, что свидетельствует о росте популярности этого спорта в республике. Именно среди взрослых категории 20 лет и старше – это самое такое упущенное поколение, которое в детстве, может, занимались или поздно начали заниматься спортом и как-то забросили. И играют. Очень много тренеров есть, которые занимаются индивидуально. Но а где-то выступить такой возможности нет. И мы предоставили такую возможность, площадку, чтобы объединить всех тренеров, всех участников, всех спортсменов, которые умеют играть в теннис. И показать, на что способны. Организаторы отметили, что большой теннис для участниц не только спорт, но и способ отвлечься от повседневной суеты, поддерживая тело в хорошей физической форме и укрепляя здоровье. Спонсорами турнира выступили салон красоты Beauty Code, Вин и Пил, территория красоты Ева и магазин цветов Флора Бьюти. Поддержку также оказал и женский клуб Каспийска. В турнире приняли участие спортсменки из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Иркутска и даже Краснодарского края, что добавило соревнованиям масштабности и разнообразия. По итогам турнира в категории 20+ первое место заняла Габибат Кадырова из Каспийска. На втором месте оказалась ее землячка Алина Дибиргаджиева. А третье место заняла Камила Гасанбекова, также из Каспийска. В возрастной категории 35+ победительницей стала Олеся Азизова из Махачкалы. Второе место у Ажай Алигишиева из Махачкалы, а третье у Анджаны Абдулаева из Каспийска. В мужском турнире победу одержал каспийчанин Закир Гаджиханов. Турнир «Каспийская ракета W250» стал ярким событием спортивной жизни города, подчеркнув интерес женщин к большому теннису и открыв новые возможности для его развития в республике.